Приветствую, друзья. Во-первых, кто обращается за помощью, бесплатная помощь. Смотрите, пожалуйста, на канале моем YouTube есть бесплатный ликбез. По 2-3 часа этот ликбез идет, там люди выходят с вопросами, я там показываю приемы, очень быстрые, короткие. И как подбирать по методу ключа эти действия синхронно текущему состоянию в моменте, которые сразу снимают стресс, страх, панику и вызывают состояние творческое, состояние восстановительное, состояние вот этой нирваны восстановительное, состояние потока вот этого творческого состояния, где вы можете мечтать о желаемых переменах в себе и в будущем, размышлять о вопросах, которые вас волнуют, и в этом потоке свободных ассоциаций, обратите внимание на эту фразу, и в потоке ассоциаций, в свободном потоке ассоциаций, там все ваше подсознание и вся ваша генетика предшествующих поколений, бабушек и дедушек, соединяются, условно говоря, в поиске ответа на ваши вопросы. И у вас появляется решение. И, пожалуйста, смотрите прошлые ролики. Но великолепный ролик у нас был по своей человечности с Леонидом Григорьевичем Ивашовым и с Игорем Николаевичем Острецовым. Это же такие великие люди, такие люди, которые мыслят так по-человечески и хотят, чтобы разум в мире сохранился. И у каждого есть свой вклад, у каждого есть свое, что сделано полезное для жизни людей на планете. То смотрите такие ролики, где действительно за плечами людей что-то стоит сделанное. Они просто так вот. Я сейчас смотрю некоторые ролики, там, где выступает кто-то. Просто берет, списывает из зарубежных источников какие-то мудрые мысли и слова. Слава Богу, ссылается на эти источники. Или видно сразу, что английская фраза там у него в речи. Он говорит, вот, он думает, что он прибавляет себе имидж, на самом деле он пользуется не своими мыслями. Да, ничего там умного не происходит. Надо, чтобы люди научились делиться своими мыслями и соображениями. И поэтому здесь под роликом, пожалуйста, пишите свои мнения, свои соображения, свои вопросы. Подписывайтесь на YouTube-канал, на канал наш Telegram, на Одноклассник, вступайте в дискуссии, ищите ответы на волнующие вас вопросы. А сейчас хочу сказать, что у каждого есть в душе какой-то волнующий вопрос, и поэтому он не может долго слушать, не может долго смотреть, а ему хочется сразу услышать ответ на его волнующий вопрос. Поэтому его внимание закороченное, суженное, у него туннельное зрение. Как выйти из своей доминанты? Смотрите бесплатный ликбез. И когда посмотрите хотя бы один или два бесплатных ликбеза, они по 2-3 часа, и там много людей задают волнующие вопросы и получают ответы, и прямо на глазах все видят, как люди меняются, как они выходят из стресса, как используют стресс для решения своих волнующих вопросов. Когда вы это видите, вы начинаете понимать, что когда вы мне в личку пишете с просьбой, помогите мне выйти из стресса, смотрите, пожалуйста, сначала бесплатные ликбезы, чтобы мы во время беседы не тратили до утра времени, чтобы объяснять вам то, что там уже все давно сказано. Подбирайте себе там приемы, которые снимают стресс автоматически, выводят вас на состояние человечности и творчества. До встречи, друзья!